Всем привет! Сегодня я приготовлю вкусную картошку в духовке без капельки жира. Эту картошку можно кушать как картошку фри с соусом или использовать в виде гарнира. Картошку моем, чистим и нарезаем небольшими дольками. Высыпаем картофель на кухонное полотенце и хорошо его обсушиваем. Противень застилаем пергаментной бумагой. Выкладываем картофель на пергамент. И отправляем в разогретую на 220-230 градусов духовку на средний уровень, режим нагрева вверх-вниз. И выпекаем до золотисто-румяной корочки. Еще горячим высыпаем картофель в глубокую миску. Солим, перчим. Добавляем любимые пряности и хорошо перемешиваем. Пересыпаем в тарелку и угощаемся. Приятного аппетита! Готовьте с радостью, пеките с любовью, кушайте с удовольствием. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал.